с вами Рисен, и сегодня я на мастер-классе у Вани. Кто не знает, это Иван Горохов, фотограф. Вообще-то Горохов, если что. Почему Горохов? Ну так, актуальнее сейчас. Это ж неправильно. Ну как неправильно? Дрение не стоит же в паспорте, значит, я могу говорить как. Так, как захочу. Иван Горохов. Да, да, так. Да, да, вот. Скажи что-нибудь моим тебе зрителям, что ты сегодня будешь делать. Ну, в общем, сейчас начнется такой небольшой воркшоп. Я покажу, как фоткать, там, обрабатывать. Ну, конечно, все секреты не буду рассказывать, так чуть по мелочи расскажу, ну, какие-то там основы. Ну и все, в принципе, ну вот народ собирается уже. Покажи, сколько людей уже пришло. Вот столько людей пришло к Ване. Так что, я думаю, вам понравится. Скажи, сколько людей? Очень много, да? Ну да, вообще где-то 85 человек записалось. Я вообще в шоке, сейчас не знаю, что буду говорить. То есть первый раз только много людей пришло. Ну, растем, видимо. Растем, что можно сказать. Главное не останавливаться. И наконец-то у меня будет новая фотография от Вани. Ваня вот уже закончил рассказывать о себе, рассказывать, как он обрабатывает фотографии. И после этого он начнет фотографировать меня, и я вам попытаюсь показать, как он это делает. Вы первый раз увидите. Здравствуйте! Сегодня у нас Алексей Полуженский, простите меня, пожалуйста. Это Полуженский, Алексей. Это что такое? Что ты снимаешь-то? Простите, пожалуйста, я просто ваша вот прям поклонница, прям вот не найдете такой больше. Так, ручку мне дайте, ручку. Можно автограф? Конечно. Я, кстати, тут такая черная, прям как я, как будто черная. О, боже мой, он мне Боже, такое ничего не видно. Пойдемте на свет, пожалуйста, я хочу показать это. Дайте, пожалуйста, ручку. Я хочу вам это показать, посмотрите. Вот, это твое, ты можешь теперь жить. Это мне. Спасибо вам большое, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я прям ваша поклонница, прям вот прям большое. Вот честно? Вот честно. Прям вот на весь мир хочу закричать, как я вас обожаю. То есть сейчас мы будем полностью высветлять фон с помощью двух источников и подсвечивать лицо вот этим октобоксом. Да, ничего не видно. Можно так? Вот так держи. Вот не вижу. А кто это? Расскажи, кто это? Реклама, это невес. Вообще просто супер. Я сделаю. Скажу, и потом вы уже будете снимать, окей? Нет. Что, снимаешь? Нет. Одежду. Ну, прикольно. Да, нормальный свет, в принципе, ну, ты видишь, прикольно. Если бы знали, кто снимает меня сейчас, вы офигели. Тут нет человека, на которого можно показать. Сейчас я вам покажу. Вот он. А почему у вас такое несчастное лицо? Целый день работал на заводе. Заметно. Кто похож на Крида, говоришь? Давай. О боже, мама, я скажу. Давай. Улыбнись, тебе так идет. Маша на работе. Что ты говоришь там? Говорю, все отлично. Это Марисель.
не знаю, попробуй к ней пробиться. Понаделают эти китайские телефоны какие-то непонятные. Она сзади, я спереди. Переходим на то, что кривляется. Это сцена. Для своих же подписчиков скажи, как тебя зовут. Мари Сэм. Ну, Мари Семми. Все поняли. Маш, ты что-то все потемнело тут. Все, мы закончили, люди ушли, Ваня тоже закончил, и вот кто-то грустит. Кто снимал мне видео, я не как надо. Я просто сильно устал. Вот. И в чем суть этого видео? Одна очень красивая девушка хотела бы попрощаться со всеми. Всем пока, с вами была Мари Сэм. Пока, на связи через камеру XO. Спасибо. Видали?